Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка. Это посылка из Америки. Newegg. Магазин Newegg.com. Я покупал на нем 6 вроде терабайтный, да, 6 терабайтный винчестер, то есть который ставится от Western Digital, насколько я помню. Коробка открыта, потому что я проверял чисто наличие, есть ли там внутри что-то. Вот, давайте посмотрим. Вот так вот пришло все. Вторая камера заснимет. Заплатил я за доставку 353 гривны. Это 13, в районе 13 долларов. Это доставка из Америки. Пришла посылка в районе около, наверное, 10-12 дней из Америки прилетела. Это с момента получения трека, даже, наверное, меньше. Наверное, в общей сложности дней 15 она шла. Я проверил, 17 дней шла посылка. Это с момента покупки. То есть я заказал 25 марта, сегодня 11 апреля, и посылка уже у меня в руках. То есть вот такой вот пакетик пустой у нас идет здесь. Рекламные материалы, рекламная брошюрка, софтвер, то есть распродажа софта, и можно купить Windows 10 OEM download, ну то есть скачиваем, короче, OEM версию Windows 10 за 98 долларов, 98-99, и профессиональную Pro версию 134-99, ну и тут разный другой софт. Вот, рекламка откладываем. Покупал я его за 117 с копейками. Вот, 117, и получается 13 доставка, получается 130 долларов обошелся 6 терабайтный. Причем у нас, я посмотрел, у нас они в 2 раза дороже. То есть это, ну, считай, на 100 баксов дороже получается. Поэтому и взял. Я хочу подключить его к... то есть здесь опять же реклама какая-то всякая вот. Давайте ее пооткладываем. Вот такая вот хэр, это какой-то, я так понимаю, брошюра рекламная. Вот Харрис. В общем, бритва какая-то. Подарочная карта на 30 долларов от HelloFresh. Это, я так понял, кукап, Fresh Start. В общем, какой-то ресторан, наверное, или заказ пищи домой в Америке, наверное. Ну, она, ну, если получится побывать в Америке, обязательно воспользуюсь. Вот, если к тому времени она срок у нее не закончится или не разорится эта компания. Вот, ну, дай бог процветания. Вот, но итого 130 долларов я покупал, а у нас она около там 5000 гривен. Ну, то есть, ну, не на 100 долларов, ну, пусть будет на 70, на 80 дороже. Ну, и вот так выглядит наше устройство. Давайте его откроем, распакуем. Рекламки нам напихали. Я прервался, хотел рассказать. Есть роутер Xiaomi. Хочу на базе этого роутера подключить к нему винт. У меня сейчас подключен на 300 гигабайт винчестер просто через коробку. Вот, и хочу, просто захотел вот такую вот штуку сделать и на ней хранить архив фотографий семейных, видео семейных и так далее. То есть так, я думаю, будет намного удобнее. Потому что 300 гигабайт, как оказалось, они забиваются очень быстро. Все запаяно, все отлично. Вот такая вот коробка. Давайте ее со всех сторон рассмотрим. Давайте на эту камеру. Тяжелая, 2 килограмма, то есть по сути 2 килограмма. Новая почта, заказывал через новую почту, через их сервис интернациональный. Очень просто, то есть получаем трек, вбиваем трек номер, ну, заказываем на их адрес в Америке, приходит трек номер, вбиваем трек номер, все, через несколько дней получаем уведомление, что посылка тут, можно забирать. Итак, смотрим, вот упаковка так. Ту-дум! Вот. И здесь еще вот такой вот карман. Ага, и все рассыпалось. Ну, давайте высыпем. Вот, питание, блок питания. Давайте сразу на него посмотрим. Питание американское. Так, не видно. Будет видно, не будет, вот так. То есть выход 12 вольт, 1,5 ампера. Вот такая КТЭК, серийный номер. Ну, сделано все вроде бы нормально, никаких косяков по пластику нету.
Далее, инструкция. Инструкция вот такая вот большая вереница. И посмотрим языки. Языки я здесь вижу, он корейский сразу. Китайский есть. Так. Информация о гарантии. То есть есть информация о гарантии. Вот такой вот большой вот. И вот русский язык. То есть на русском есть инструкция. Здесь у нас смотрим, как использовать. Ну, в принципе, тут картинки. Понятно, что подключил USB, втыкнул в розетку, включил, в комп воткнул. Все. USB 3.0 поддержка. Ну, круто, круто. Давайте уже смотреть на него. Ага, вот еще шнурочек USB 3.0. Сделан качественно, толстый, но не очень длинный. Вот. И давайте посмотрим уже на саму коробочку. В таком вот она, в таких вот квадратиках. Выглядит солидно, конечно. Коробочка такая, как книжка. Western Digital Elements. Сзади мы видим кнопка включения. Потом есть даже для лока, вот знаете, как ноутбуки подключают. Я не помню, как он называется, но для того, чтобы залочить его, чтобы если вы в общественном месте используете его, чтобы никто не угнал, можно его прицепить. То есть здесь две ножки внизу для того, чтобы можно было поставить хорошо, удобно. Вот, и давайте поближе покажу. Две ножки. И вот здесь информация, серийные номера, питание, кнопка. Кнопка нажимается с таким щелчком. Вот. И как он разбирается? Он даже разбирается. Давайте вот эту крышку снимем. Вот. И смотрите, открывается. Открывается. Вот. Он просто даже открылся. То есть никаких там химичить ничего не нужно было. Здесь обычные защелки. Мы их прижали немножко. И оно просто открылось. И давайте посмотрим, что у нас внутри. Вот такая вот плата, схема. Диодный такой вот штук. Плата прикручена к винту прям или что, да? Вот. Так. Так, и смотрим винт. Винт 6 терабайт, Western Digital, Western Digital Blue. Вот, ну все отлично, обычный винчестер, прикреплен, все новенькое, все блестит. Есть отпечатки некоторые от моих пальцев уже. Вот, ну 6 терабайт, все мы смотрим, все отлично. 64 мегабайта кэш. Давайте будем подключим и попробуем его. Не попало в пазики, то есть здесь еще есть и тут такие вот пазики, в которые нужно попасть для того, чтобы он заехал в них и щелкнулся. Внизу я вроде бы попал и вверху теперь попал. Все, защелкиваем, то есть доводим до конца. Он с таким небольшим щелчком защелкнулся. Все, и теперь давайте, ну, вот, чтобы она нам не мешала. Вот, блин, прилипла. Ай. Вот, классно выглядит. Сразу на него пыль села, видите, сразу отпечатки остаются, пыль, но если протереть его, допустим, поставить и не трогать, будет круто выглядеть, вот так вот выглядит бомба. Ну, давайте подключим и попробуем его скорость. Шнурок блока питания, не знаю, наверное, 2 метра, вот такой вот длиннючий. То есть должно его хватить для любого расстояния в комнате. Ну, у меня он находится будет рядом с роутером, поэтому рядом есть розетка Xiaomi, куда можно смело его воткнуть. И горит лампочка, то есть получается он сейчас работает, ну и в режиме ожидания. То есть чтобы выключить, нужно подержать длинным нажатием. И он еще несколько секунд, то есть притормозил, и потом только через несколько секунд выключился. Наверное, какая-то защита для того, чтобы винт не навернулся. Ну и давайте посмотрим, сколько он определяет, появился. И давайте заглянем в свойства. 5,45 терабайта, то есть занято 371, 354 мегабайта. Причем нет, у меня скрытые папки открыты, ничего нету, пусто, но 354 мегабайта занято. И свободно 6000, то есть 5,45 терабайта. Ну и добавлю сейчас скорость, попробуем, протестируем скорость. Сейчас проходит тестирование, и вот он
когда тестируют, вот так вот мигает. Ну, то есть, когда передача данных, у него мигает диодик. Провел тестирование, сделал несколько скриншотов, я их добавлю на экране, но вот так вот тоже можно посмотреть. Это тест на 50 мегабайт, один проход был, это один проход на 1 гигабайт, и это один проход на 4 гигабайта. Довольно-таки неплохо, подключен он к USB 3.0 моноблока, то есть напрямую. Вот, ну, отличная скорость. И заодно я решил посмотреть, сравнить цены. Я говорил, что намного дешевле получилось. Но вот, к примеру, взял обычный наш украинский сайт, то есть смотрим самый дешевый 5609 Winchester, и давайте ниже я нашел вот именно вот этот вот стоит у нас внутри нашего, он стоит 6924, то есть это больше 200 долларов, то есть это где-то 200, наверное, 215-220 долларов. И давайте посмотрим, я купил его за 117 плюс 13 долларов доставка, итого 130 долларов вышло, то есть итого выигрыш, да, то есть выгода 100 долларов. И если взять сейчас его, допустим, он сейчас стоит 129 долларов, и, ну, плюс будет 13 долларов поставка, 149 долларов доставка. То есть это чистая выгода, там, 70-60 долларов по-любому. То есть если вам нужен Win, то лучше его заказать из Америки. Но здесь нет как бы такой гарантии, да, то есть локальной гарантии. Но, если честно, я скептически отношусь к гарантии даже в нашей стране, потому что уже приходилось сталкиваться, и поэтому, ну, то есть гарантия может быть, если только в первые две недели что-то произошло, но здесь тоже такая есть гарантия, то есть без проблем в течение года можно связаться с продавцами. Единственный минус, что здесь придется потратить деньги на обратную доставку, это выйдет где-то порядка 20 долларов, потому что отправить в Америку дороже, чем, допустим, оттуда. Хотя, наверное, нет, наверное, 2 килограмма все-таки где-то выйдет, да, 10-15 долларов так и получится. Покупка, я очень доволен. Магазин UEC новый магазин для меня. Я раньше из Америки заказывал только из Амазона. И реально я посмотрел магазин, вот именно Винчестер, и советую заглянуть туда, потому что Винчестер и компьютерная техника там на порядок дешевле. Даже есть некоторые моменты, которые нельзя купить в доступном Китае, да, там, допустим, AliExpress, там тот же GearBest, то есть которые там в наличии просто нету, либо они там, эти товары, да, предназначены для рынка Америки, и они не продаются в Китае. И реально, и они дешевле, чем у нас на порядок. Единственное, что минус, это мы получаем гарантию, то есть, ну, нету локальной гарантии. Но из моей практики я возвращал несколько раз товары в Китай. Ну, из Америки не возвращал, не доводилось, но в Китай вот я возвращал, у меня проблем никаких не было. И мне кажется, что для меня это даже было лучший вариант, чем связываться с нашими гарантийными случаями. То есть я списался, то есть сидя дома, переписывался с продавцом, мы пришли к выводу, что мне нужно товар отправить обратно, я его пошел на ближайшее отделение почты и отправил. Все, через две недели мне продавец пишет: я получил твой товар, тебе деньги вернуть или выслать новый такой товар. Ну, все, без проблем. То есть, вот так вот у меня два случая таких было, и без проблем все решали. В одном случае мне перевыслали товар уже рабочий, и с которым уже не было проблем. И второй раз я попросил вернуть деньги, потому что я уже выбрал другой товар. Потерял я тогда около 15 долларов, это на доставку в Китай, потому что оттуда доставка к нам дешевле, чем туда. Вот, но я мог сэкономить и потратить всего 5 долларов или там 7, около 7 долларов, или 15, если быстрой доставкой воздушной почты. Если наземным транспортом, там практически в 2 раза дешевле. И я выбрал воздушный транспорт, то есть, ну, как бы проблемы гарантийные, это 2 или 3 месяца прошло у меня в пользовании, товар был. И вот, как бы, поэтому сомнительно очень наши гарантии, как бы локальная гарантия, то есть, ну, для меня это, ну, не показатель. Поэтому я выбрал вот Newegg магазин, очень мне понравилось, все быстро, качественно. Если честно, мне даже понравилось больше, чем с Амазоном. Вот, ну, по скорости доставки получилось даже быстрее, чем я когда заказывал в Амазоне. Потому что в Амазоне там еще 4 или 5 дней только отправляли. В этом же случае на следующий день мне уже дали трек-номер, и уже все было отправлено. Вот, ну, конечно, с Амазоном там, скорее всего, не было просто в наличии того товара, который мне нужен был, и они там либо его там откуда-то еще доставляли. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!